Славный праздник Сабантуй, посвященный окончанию весенних полевых работ, прошел в эти выходные в областном центре. На территории Ульяновского ипподрома развернулись масштабные праздничные гуляния. За день площадки посетили несколько тысяч жителей и гостей города. В начале праздника жителей поздравил губернатор Сергей Морозов. Я хочу, уважаемые сельские труженики, от лица всех жителей Ордена Ленина Ульяновской области, от имени всей нашей замечательной страны России, сердечно поблагодарить за ваш беспокойный, нелегкий и крайне необходимый труд. Каждого из вас. Мы гордимся вами. Для гостей была подготовлена интересная концертная программа с участием творческих коллективов из Татарстана и Ульяновска. Развлекали собравшихся различные тематические площадки. Весь день, вплоть до позднего вечера, гости пели национальные песни, угощались чак-чаком и пловом, примеряли тюбетейки, участвовали в играх и просто веселились. Дарья Сударева, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.